Обещали, говорит, полчаса там, да, пришли, а простояли, наверное, с минут 40, да? В обменнике полчаса, говорит, обед. Ждали мы его, ждали. Да-да-да-да. Все, поедем. Вот там у нас Крестовый. Поедем его проходить, поедем шашлык кушать. Можешь поверить на слово, я там уже ел. Там очень вкусно, если делают. Ну должны уже, я думаю. Просто раньше, когда я в прошлом году ездил, так был же этот локдаун. Ничего не работало. Там он мостик вот тот стрёмный. Вот я думаю, зайти на него или нет. Земеля, поехал. Значит, поедем прямо. Не пойдем на мостик? Да-да-да, вот это скоростным этим, да? Скоростным автобаном. Здесь быстро будем. Быстро, да. Ну что, как вы думаете, стоит сюда залазить? Не-не-не-не, не пойду. Ненадежная фигня. Не-не-не-не-не. Мне еще в Армению надо съездить. Да, слушай, брат, ехать надо. Да-да-да. Потом будешь меня удочкой, как в этом, в кавказской пленнице, я понесет. Шурик! Все, ладно. Нет, экстрим экстримом. Нет, это, ехать надо. Это уже чересчур экстрим. Все, поехали мы. Полный, и здесь отстойник. Вот в чем вся фишка. Получается, и там полный, и здесь полный. Поэтому, ну, что нас будет ждать на обратном пути, будем смотреть на обратном пути. А пока, welcome, Крестовый. Поехали, посмотрим, как он тут без нас. Скучал, мы без него тосковали. Марнеуле отсюда 190 километров. От Марнеули до Садахло, ну, еще, наверное, километров там 40, наверное. Целый день вот так вот. Туда-сюда, тут не езда, вот это вот. Трно. Заехать с Грузию не покушать. Сейчас шашлычка поедим. На обратном пути хинкали поедим. Если будут кормить, конечно. Должны. За улицей не слишком жарко здесь, в горах. 25. Ну, в Тбилиси, наверное, будет пожарче самом. Тут сейчас пока 25 градусов. Сада. Помимо того, что два отстойника. Это на границе всех этих турок.
здесь машины держат? Нифига себе. Засекаем, сколько ради интереса километраж. Вот это да. Чувствую, назад нам придется постоять. Здесь постоять, потом в отстойнике постоять. Несется, даже не притормаживает, видели? Хотя на мою полосу выезжает. Красавчик. Это нас тоже ждет. Так что, парни, вам терпение и нам потом тоже. И если вы думаете, что я полезу на обочину, вы жестоко ошибаетесь. Да, весело тут обратно. Вот и поедь в Армению. Да, вроде и платят неплохо в Армению. А вот как вот это вот все посмотришь, безобразие, так и ехать не хочется. Сейчас еще на расход после Крестового посмотрим. Да, причем даже не только после Крестового. Ну и что? Я, значит, должен на обочину съезжать. Молодец. Нет, ну можно подвинуться, но когда тебе прямо в наглую едут, что ты должен убежать на обочину. Ну как так-то? Тем более с вашей стороны помеха, а не с моей. Печально. Отстойника. И еще уже 3 километра здесь. Думаю, что на пару суток мы тут прилипнем с такой колейкой на обратном пути, если не больше. Наглеющий ездит по своей полосе и все. Ой-ой-ой-ой. Я не сильно сомневаюсь, что она рассосется. Еще стоят, это тоже не исключено.
часа. Так, 5 километров. Ну, ты считайте, 5 километров здесь колея, оба отстойника. И битком полная зеленка, нейтралка. Сколько? 2 суток, я думаю, минимум. Куда едет наше дело? Это не ваше дело, куда едет наше дело. Чуть я их давно не видел. Наше отдело, контора такая. Ну, ну пока стоять можно. Слазить в горы там, по снегу походить. Тут можно все, что хочешь, пока будешь стоять. 5 километров здесь, 2 отстойника битком и битком нейтралка. Это суток на двое, это в лучшем случае. Что можно идти с снеговиков лепить? И не только. Можно с ними даже выпить, со снеговиками. А вот Коби. Да, перспективка на обратную дорогу представляется такая довольно-таки веселая. Сейчас увидим стройку, откуда начинают строить, вот, пробить туннель. Грызть, рыть, в общем. Коби, знак, вот слева это гора. Видите, сколько камней тут нападало? А я, видите, сколько их валяется? А я здесь стоял, вот прямо вот здесь, вот перед этим знаком, где вот эти камни валяются. Как я понимаю, это вот это строители. Да, вон эта штука. Вот здесь они начали рыть туннель. С кем строят? С Турции? А, китайцы строят. Флаг китайский, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот он уже, видите, уже он, начало его даже уже положено. Уже прорыли он, да, видите, вот плиты облаживают, все. Говорят, к 23-му году его здесь пробьют. Все может быть, дай бог, чтобы так оно и было, потому что красота Крестового, это понятно, но на Крестовый надо ехать туристам, а не на... Да еще сейчас 20-ка. Ну сейчас-то еще ладно, а зимой, когда его засыпает. Поэтому вот здесь они его пробьют, начнут, и там где-то уже получается, короче, напрямки. Что-то говорят, 9 километров он будет длиной. В любом случае, все, вот все, все ж косяки вот начинаются вот отсюда. Вот здесь вот не пускают, все. Вот мы пошли на штурм перевала. Перед нами, впереди перевал. Здесь он еще снега. Смотрите, сколько. На улице 21, а он лежит и не тает нифига. градус. Сейчас холодает, уже 20. Канатку построили. Ну, пока что-то я не вижу, чтобы она работала. Вот
мы и полезли. Видите, прямо на мосту обгоняют. Так можно, да. Здесь, да. Ничего там такого зазорного нет. Все, пошли, восьмерки. Камарджоба, Крестовый перевал. We'll be right back.
знаю, сколько получится снять. У меня камера перегрелась. Вставляешь на зарядку, и все, и она вырубается сразу, перегрев рисует. Поэтому не знаю, друзья. Сейчас попробую я тут пока поохлаждать немножко. На самом интересном месте. Что-то мне не хватило мозга ее зарядить до этого, но я же думал, что она будет работать. А как бы солнце припекает, плюс на зарядке, и все, и она выдает перегрев и не хочет работать. Зимой замерзала вечером, летом перегревается. Когда же снимать-то? Так этот отель либо не достроили, либо он совсем развалился. Но мы уже все поднялись. В принципе, без вопросов. Уже спускаемся. Сейчас туннель с колоннами. И мы в Гудаури. Ну и там все время вниз. Совсем тут одни развалины. Можно было притормозиться, в принципе. Остудить камеру, охладить. Сейчас попробую в другой заряд на ее вставить. Может, получится. Тут уже и парапланеристы летают. Ну как? Если не вырубится. Здесь просто самые интересные места начинаются, видите? Не, я обалдею от этого трассового ограждения. Но здесь хоть еще там какой-то пару метров есть. От этого обрыва. А дальше там... Туннель в Тибете напоминает. Там тоже такое есть. А, я понял. У меня камера перегревается, когда она там в чехольчике находится. А без чехольчика, конечно, она у меня не крепится туда, спереди. Ну, что делать? Будем держать в руках. Сейчас-то все нормально снимает. Как в чехольчике, все сразу перегревается. Если не заряжать, она снимает, все без проблем. А если стоит на зарядке, ей тут же снимать надо. Как бы батарейка-то уже такая подгулявшая, надолго зарядки не хватает. Встречных что-то фур нету, я так думаю, что, наверное, за перевалом еще держит. Не только вот эти 5 километров, а скорее всего там еще будет. Будут стоять машины, потому что ни одной встречной машины мы пока не встретили. Видели, что этих уже через туннели не пускают, идешь вокруг. Снега видели сколько? Обалдеть, там прямо выше машины. Короче, походу, что там тоже держат. Вот когда та колейка уйдет, тогда они ту пустят. И отзорька, торопиться не надо. Вон, видите, там парапланерист летает ниже, чем мы едем. Класс. Это что, что на параплане я бы не полетел бы. Вы что, все, я бы там родил бы сразу кого-нибудь. Представляете, на такой высоте летать, и над тобой только этот шарик надувной. Не, я, конечно, люблю экстрим, но экстрим в пределах разумного. Может быть, я, дочь моя точно знает, что полетела бы. Это и пофигу. Она меня в Грузии на канатке заставила. Там, конечно, высота была поменьше, но все равно, вон он летает, видите? Очуметь. Мы не выше него едем. Ну, сколько здесь высота? Ну, километр, наверное, будет вниз. За этими тросиками, правда? Ну, будет, я думаю, будет без проблем. И welcome к Гудаури. Так-то тут можно вот машину поставить, можно было пойти и поснимать.
На обратном пути, может, остановимся. Пойдем. И так уже времени потеряли. Уже местного 3:30. Мы еще только на перевал залезли. Назад, вот как раз на выезде с Гудаури, можно будет вот на этой площадочке стать. Получается, когда будешь выезжать с правой стороны, и тогда можно будет там прогуляться к этому трассовому ограждению. Запоминаем, что нам нужно сделать на обратном пути. Хотя на обратном пути, если будут посылать, будут держать, короче, будем видеть. Пока пролетел, поздно мысль посетила, надо было раньше. Нифига тут уже вырыли ямины. Ого! Ямины тут, конечно, совсем разрыли. Совсем поворот разрыли грузовиками. Ну, номер почти читается. Не то чтобы очень хорошо. О, Михаил ездит. Спускается. Не то чтобы очень хорошо, но при желании прочитать номер на прицепе можно. В общем, на обратном пути, если держать не будут, но судя по тому, что грузовиков навстречу нет, значит, там тоже держат. Останавливаюсь. Нет, ну, извиняйте. В следующий раз просто сориентируюсь, что нужно сразу встать. Вот пошли встречные, вот пошли грузовики. Вот смотрю, зерновозы бегут. Ну, посмотрим. Сейчас, если толпа будет идти, значит, так и есть. А может, просто машин не идет. Что-то сегодня понедельник. Как бы еще не погрузились ни туда, там, ни то, ни сё. И не думаю, что они колейку объехали, эти зерновозы армянские. Может, просто нет машин. В принципе, все, которые до выходных ушли. Хотя турки, даже ездят. Где турки? Короче, что тут гадать? Спустимся с перевала, посмотрим. Ну, как дырку пробьют в этой горе, в Крестовом. Все, здесь уже людям можно будет вздохнуть спокойно. Здесь пока одни туристы будут. Нашего брата здесь не будет. Да, он поднимается. Ну, значит, пустили. Строительство идет. Вот эту гостиницу строили, я точно помню. Еще, когда я первый раз ехал, здесь только-только начинали ее строить. Да, что на восьмерках что-то совсем. Асфальт пропал после зимы. Это называется дорога серые ленты и все. Да. Крепче за баранку держи, шофер.
сделан. Он еще только там, где гостиница, поворачивает. Да, пустили. Видите, что сплошной поток идет. Значит, это пустили уже. Пропустим, пацаны в гору идут. Давайте, братья. Топчите, топчите. Турок колодки остужает, я так понимаю. Значит, держат еще там, наверху, до перевала. Нет, тут что-то он там кабину поднял. Считайте, почти прошли, чуть-чуть осталось, и потом уже спуск уже с самого Крестового туда, к Пасанаури, ну и к Тбилиси. Магазины открыты, все открыто. Думаю, тут уже даже немножко и туристы есть. Что-то случилось, остановился в подъем. Давай, 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 топчи, топчи. Давай, брат, удачи. Ты ж в гору идешь, тебе ж тяжело. Те, кто в гору, все имеют преимущество. Это вообще таджик. Ну, это как? Непризнанное правило. В гору ж тяжелее. Все, Гудаури закончились. Пошел основной спуск самого перевала. В эту сторону он подлиннее, но не такой крутой. Ё-моё, а что это вы тут друг друга обгоняете? Только ждать надо. Здесь побольше восьмерок. Сейчас как раз опять куча машин навстречу прошла, то есть их где-то держали. Вопрос, будут ли держать, когда мы будем ехать. Узнаем, когда будем ехать. Сейчас кто-то поднимается. Что восьмерки разбили, такого не было. Именно самые эти места. О, тут здорово, правда? Пока никого нет, можно даже по самому краю проехать. Как вам видон? Обалдеть. Шикардос просто. Внизу люди живут. Наверху мы едем. Ну,
Вон, видите, дорожка где? Вот там туда. Мы там тоже будем ехать, когда спустимся. Так-то вот тут, видите, туда-сюда, туда-сюда. На этом все. Turkish Airlines. Давайте, давайте, езжайте. Лихо идут, наверное, не сильно груженные. Даже оси подняты. О, они там даже обгоняют друг друга, нифига себе. На подъеме. Ого, сколько их тут. Ах, а колодками-то пахнет. Это моими, что ли? Эрочка. Где вы там? Закон такой? А что делать? Куда ты тут поедешь с ними разъезжаться? Проще постоять, пропустить там, где широко. Лепота. Зеленое все, да, вот уже склоны. О, Форд. Форд не едет, хотя и передняя ось поднята на прицепе. На то он и Форд. Вот и мы кого-то догнали. О, видите? Я о чем я говорил? Вон пацаны решили, ну, поторопились, скажем так. Все, вот видите, и все, и создали пробку теперь. Ну куда вот вы торопитесь? Ну пропустите, дайте подъем, им в подъем подняться. Нет, все ж спешат. Хорошо, вот получилось разъехаться. Будем ждать, пока вся эта банда не залезет наверх. Турецкая. Одни турки, посмотрите, что делается. Им не привыкать по перевалам ползать. У них в Турции тоже перевалы есть. А если они еще куда-нибудь в Иран ходят, еще куда-нибудь. Конечно, машинки слабоватенькие. 400 кобыл. Все. Ну, поехали. Вроде не видно никого. Где кого пропустить? Мы всех пропустили. Кого можно? Ждем, ждем, ждем. Здесь пошире. Ждем дальше.
нас поздравляю, мы спустились. Вот этот др-др-др обогнать. Ну, пацаны, колодки студить тоже надо. Десятый, это у нас этот. Это номера только. Ой, Карелия. Что-то машин много на спуск, на подъем. Поломанных 6 или 7, что-то я насчитал. За весь перевал. На перевале наверху было 17. Сейчас опять уже 24. Ну все, мы благополучно сползли. Где-то наш Михаил потерялся, правда. Что-то его совсем не видать. Надо где-то его подождать, наверное. А, ну вон он спускается только. Крестовый взят, крестовый пройден. Поехали, шашлычная. Я думаю, должна работать. Сейчас я подожду. Он спрашивал, где хинкальня хорошая. Я знаю, что вот здесь я хинкали кушал. Ресторан Малета. Здесь просто шикарные хинкали. Просто обалденнейшие. Сейчас я попробую браться и крикнуть. Хэл, принимаешь? Вот сейчас будешь проезжать, это будет ресторан Млета. Вот здесь хинкали обалденные. Понятно. На обратном пути в моих планах сюда заехать их покушать. Но тоже все зависит от того, будут ли держать и есть ли тут еще колейка где-нибудь. Потому что если когда ее пустят толпу, ну, где же ты будешь заезжать кушать это? Представляешь, сколько машин пропустишь. Не вариант. А если будет свободный проезд, то обязательно здесь заедем, хинкали отъедаем. Ну а теперь гоу за шашлыком. А похоже, он работает. Так у них сейчас все работает, я смотрю, уже пооткрывали и кафешки, и магазины. Все работает. Священное животное. В Индии священное, но тут тоже их уважают. Ну а тут пацаны за шашлыком позаезжали. Орловские даже номера здесь. Веков тут ремонт идет, а, шиномонтаж. Понял. Обшибся. Значит, я еще до того места не доехал. Подзабыл уже. Не, не доехал еще однозначно. Да просто пацаны тут узбеки колесики делают. Кушать уже очень хочется. Считается, сегодня только завтрак был там. Наверное, в 6 утра. Ну, там еще пока в колейке стоял там кусок колбаски с хлебушком. А так все. Уже пора. Что-нибудь.
где вот выход будет, интересно, вот пока непонятно. Что-то вот ничего такого я не видел. Вот, может быть, вот здесь вот стройка идет. Что, может быть, где-то вот здесь будет выход. Видите, вон там кучу всего понавозили, бетономешалок. Может быть, здесь? Получается, вот так вот напрямик гору пробьют и все. И такое может быть, посмотрим. Ну, сам факт, что крестовые срежут. Через какое-то время мы уже через него ездить не будем. Хоть зимой можно будет ехать, не будет этого стояния великого. Люди по 20 дней стояли. Турки на обед постали. Ну и мы уже вот тут недалеко осталось до нашей шашлычной. Если она работает.